специализированные выставки, индустрия гостеприимства и развлечений, мебель, интерьер, экспо-фуд объявляются открытыми. В выставках принимают участие компании из разных регионов России. Они представляют торгово-технологическое, кухонное и холодильное оборудование, мебель из дерева и ротанга, посуду, аксессуары для отелей и ресторанов, униформу, интерьерный текстиль. На специализированной выставке «Экспофуд» представлена молочная и сырная продукция, мясные и колбасные изделия, рыба и морепродукты, здоровое питание. В рамках выставки проходят кулинарные поединки. Соревнуются специалисты по карвингу. Они делают из фруктов и овощей композиции на морскую тематику, создают букет и корзины, а домашнее задание – работа на тему «Сочи. Спорт. Олимпийское наследие». В рамках выставок пройдет обширная деловая программа. Конференция по классификации отелей состоится сегодня. В течение всех остальных дней пройдет большой кулинарный фестиваль по трем направлениям – итальянская кухня, карвинг и кондитерское искусство. И также 13 апреля состоится отборочный тур чемпионата мира среди барменов.